Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами находимся в Центральном округе, напротив Центральный академический театр Российской армии, который вы сейчас видите. Это Московский академический драматический театр Ордена Трудового Красного Знамени, который был основан 6 февраля 1930 года. Обладает самой большой в Европе сценой. Ну а мы с вами находимся сейчас на Суворовской площади. Ранее это Екатерининская площадь, потом площадь Коммуны, ну а ныне площадь в Мещанском районе Центрального административного округа города Москвы. На площадь выходит улица Дурова, Самотечная, Селезневская, Достоевского, улица Октябрьская и улица Советской Армии. Площадь Суворова имеет овальную форму, вытянута с юго-востока на северо-запад, ну и парк между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом плавно переходит в зеленые насаждения в южной части площади, в которой мы с вами и побываем. Ну а в центре площади расположен сквер с цветниками, в котором установлен памятник Суворову, который вы сейчас видите. В северной части площади расположен вход в Екатерининский парк. Относительно нашего ракурса он находится с правой стороны. Но мы с вами пройдемся чуть дальше, посмотрим на все и в эту солнечную погоду сделаем небольшие с вами зарисовки по поводу и осенних красок и такой вот мирной солнечной погоды. Итак, нам с вами нужно пройти чуть дальше. Мы перейдем с вами дорогу, спустимся вниз и попадем как раз в парк от Театра Советской Армии, как раз который расположен чуть ниже нашего местонахождения. Ну и пару слов о том, что здесь нас будет окружать. Давайте пройдемся ближе к парку и оттуда посмотрим на то, что нас окружает. Итак, музыкальный театр фольклора «Русская песня». Вы видите такое стеклянное высокое строение. Также далее расположена Московская соборная мечеть. Это главная мечеть Москвы, одна из крупнейших и высочайших мечетей в России и Европе. Ну а в переднем плане вы видите уголок дедушки Дурова. Это страна чудес, это театр зверей. И эти названия знакомые, вам известны, то есть не только тем людям, которые проживают здесь, но и многим другим гостям из других стран. И действительно, это необычный дом, подобного которому в мире больше нет. Здесь царит мир и согласие между человеком и природой. Здесь живут и быль, и сказка. Ну а чуть далее расположен спортивный комплекс «Олимпийский». Это одно из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов России и Европы. И находится он в Мещанском районе Москвы на Олимпийском проспекте, около станции «Проспект Мира». Ну а перед вами отель «Славянка». Давайте с вами пройдемся в эту лесопарковую часть, походим по дорожкам, ну и сделаем некоторые зарисовки осенние. Я вам предлагаю под музыкальное сопровождение составить мне компанию и погулять в этом прекрасном парке. Ну и мое традиционное «Вперед!»